Ну, в принципе, я тоже считаю, что это, конечно, не идеальный случай зачатия детей. Но таинство совершается присоединением мужской и женской клетки. Оно совершается, мы видим, что там даже страшно на эти вещи как бы говорить, там замороженные там десятки лет Ну, в яйцеклетки. принудительном получается плане. В принудительном плане получается, да, то есть Но главное, что без любви, как бы механически, как там вот в инкубаторе каком-то. Вот. Но тем не менее, таинство совершается, мужская и женская клетка встречаются, да, вот. И происходит Но это создание грех или не души. грех? Не только тело, да, но и душа создается, вот, при этом как бы даруется. Вот. Поэтому мало людей, которые как раньше принимали, что не дает Господь, дайте, они терпели и молились. Вот. Сейчас в этом ставят как бы главный смысл вообще брака. Вот. А сколько людей встречается, что встречал таких вот, что у нас нет детей, мы прожили, и мы даже ни разу не ходили, не интересовались, по чьей вине. Понимаете, такой любви как бы мало. Мужчины уходят, там, другим женщинам бросают. Вот, потому что тоже говорит о чем, да, что любви нет. Но тем не менее, это совершается, и как можно сказать, что ты, например, родился незаконно там, да? Как можно сказать? Нет. Личность создалась. А дальше уже, если любящие родители, они могут компенсировать. Назвать это грехом, зачатие ребенка, ну как это? Грех в другом, когда, как это раньше было привыкло, когда в эту пробирку для оплодотворения загружают там несколько, а рождаются там, ну, двое оплодотворились, Ну, как их донор, внедрили, условно. да, их внедрили, а остальных в унитаз. Вот это грех уже. Там тоже оплодотворение произошло. Вы сколько хотите? Пять? Хорошо, вам будет пять. Вам один? Один. Остальных унитаз. Вот это грех, понимаете? Зачатие это произошло уже. Это страшно. Это у Сейчас меня другие есть методики. Мне говорили, что вот помещают уже сознательно в какую-то там витаминную капсулу и забрасывают туда уже. Вот. Это не в пробирке совершается, это уже в утробе матери совершается, да, там, ну. Ну, вот такие времена живем. Матери, доноры, искусственное оплодотворение, Но это понимаете? грех, вот мама донор. А? Это грех вообще Это мама вообще донор ужасно, конечно, ужасно. выносила, отдала ребенка, как бы. Это вообще ужасно, конечно.